Всем привет! Это самый зимний выпуск проекта «Окей, Гурьевск». Поехали! Слушай, Олег, давай сразу запишем на еще на осенний, давай. Всем привет! Это самый осенний выпуск проекта «Окей, Гурьевск». Погнали! Ну, можно сразу же летний снять, да, в принципе. Типа лето, да. Всем привет! Это самый летний выпуск проекта «Окей, Гурьевск». Ну, поехали! Новый год. Такой замечательный праздник вообще будет через замечательный. Неделю. Сегодня документы подписали мне. Про то, что Новый год будет все-таки, да, в Калининграде? Все-таки будет, да. И поэтому мне терять надежды. Надо всем верить в удачу, счастья и любви всем я желаю. Как собираетесь отмечать Новый год? С мужиками. Вот, с мужиками. А девочек не будет? Нет, нет. У нас отдельный коллектив. Год, кстати, петуха будет Новый год. Не в курсе, да? Петуха мы и сделаем. Запустим петуха. Чем занимаетесь вы в повседневной жизни? Кроссовками, продаю молодежную одежду. Air Jordan'ы, Nike, все пришли, все, что заказывали, все пришло. То есть там не только кроссовки, там, в принципе, молодежная все, вся одежда. Да, да, да. Вот, в принципе, вот так вот могут. Да, да, быть, да, вот еще лучше. Вот, красиво. Да, 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 это все для вас, все работаем. Одену новые кроссовки. А старым скажу до свидания. И скидки вам тоже обеспечены. Все. Особенно очкарику. Очкарик вообще работает по теме. Слышали про ситуацию с седьмым континентом? Произошла, разорился магазин. У меня там бабушка работала, честно говоря. Жалко. Хоть позвони ей, там, не знаю, уж работу какую-нибудь подгонишь. Конечно. Да. В Америку хочешь? Да. Вот сразу видно, кстати, что в Америку хочешь. А чем вот Америка лучше, чем Россия, как считаешь? Там красивее и законы лучше. Какой там прям закон, который тебе нравится? А я не знаю, какой. Эй, валяй, дурака, Америка. Как собираетесь праздновать Новый год? Бухать. Сами из Калининграда? Нет. Откуда он? Владимир. Чем вот Владимир отличается от Калининграда? Тюрьмой. Владимирский централ, ветер северный. Там одна тюрьма, там все в тюрьмах сидят. Не, ну девки там тоже есть красивые. Нет, девки есть. Ну, когда в тюрьме сидишь, там же любая девка красивая будет, да? Там уже не до девок. Там уже год петуха. В какие клубы сейчас ходит молодежь? Ялта. Хотим посетить концерт Яникса. Его с 4 ноября перенесли на 12 февраля. Давай что-нибудь, немножко отрывок из его. Миша, давай. Давай. Томатная будет. Адел. Адел. Мне все чаще снится. Все. Ушла обезьяна, да, и пришел петух. Это как-то связано с выборами в Америке президентов? Само собой. Черного сменил белый. Петух же белый. Ну вот. А обезьяна? Это курица. Коричневая. Правда, что Калининград — это город возможностей? Сомневаюсь. Чем Калининград гордится? Архитектура. В 2018 году много на чемпионат мира по футболу приедет людей. К себе домой пригласите пару африканских девушек. Очень смешно. Как зовут? Тимур. Тимур? Влад. Мы кента ждем. Кента ждете? Да. Как кента зовут? Андрей. Смешное имя. Андрей. Очень смешно. Вы из области или? Нет, мы вообще из России. Так, а из какого города, интересно? С Ростова. А где лучше, в Ростове или в Калининграде? В Ростове. Все, спасибо, куда пацаны. Писали? Когда снег будет у нас в Калининграде, наверное, ты знаешь. Перед Новым годом. Ты как, вообще не таешь? Нормально тебе все там? Так как здесь красивых девушек очень много, таю вот. Ну, видно сразу, тебе морковочка тоже так привстала. Не только это. Не только это. Ты вообще как, волшебный снеговик? Да, нормально. Мы всегда мечтали снять репортаж в столице нашей родины, в Москве. Можешь как-нибудь нас туда отправить? Ну, благословляю. Все, ты готов, да? Готов, давай. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем твои золотые купола? Мы находимся в столице нашей необъятной. Москва, звонят колокола, потому что очень холодно, давайте уже начинать. Девчонки, привет, можно с вами немножко пообщаться? Очень быстро интервью. Все, это было очень быстрое интервью, спасибо. Где находится Калининград? Ну вот, если по контурной карте, то он вот здесь. У него там две еще какие-то рядом на букву Ш, по-моему, что-то. Что?
Москве такой ритм жизни очень бешеный, да, есть такой стереотип, все куда-то бегают. Как относитесь к тому, что есть люди, которые вот лежат все время, вообще ничего не делают? Ну, я никак не отношусь, но я не люблю просто вот так вот лежать. Мавзолей не одобряете? Нет. В честь кого Москва названа-то? О, был какой-то человек, который что-то там отец ему отдал землю, чтобы такой, типа, уходи от меня. И он вот все сам тут основал, но я не помню. Вы из Москвы сами или как? Нет, Забайкалье. Как Забайкалье дела сейчас? Холодно. Здесь потеплее, да? Здесь юг, можно сказать, да, по сравнению с нами. То есть вы приехали в отпуск, в принципе, на юг сюда, в Москву, взяли с собой плавки, взяли, да, взяли очки, да, и все, отдыхать. Так, привыкли. Суровые, да, забайкальские. Где находится Калининград? Вот я вам могу по карте показать. Давай так. Вот Россия, вот тут Калининград. Он за пределами России находится, это точно. Как считаете, это справедливо, что Калининград отделен нет, от России? Я считаю вообще несправедливо. Просто, нет, честно, честно, вот мое мнение, это уже другая страна, пусть ей будет. Меня записывают. Ты только сейчас камеру заметила. Как вообще вам Москва? Атмосферней. Ну, будете здесь жить, короче. Нет, в Америку уеду. Валяй, дурака, Америка. В чем в Америку уезжаешь? Просто, ну, как-то так, пошутила, неудачно. В КВН играешь? А откуда узнали? Ну, ты шутишь просто не смешно. Привет, а ты не понимаешь ничего по-русски? Let me speak from my heart, my friends. Russia. Russia, о. Moscow. Moscow. Водка. Russian водка. Russian водка. Happy New Year. Happy New Year. China. Абибас. Поздравляю, Владимир Владимирович. Меньше напрягайте нас с учебой. Ухаживайте за кроссовками. Стельки просушивайте. Чтобы снежочек был. Ну и солнце такое легенькое. Да. Дорогой Вадим Владимирович. Хорошо. Желаем вам добра. Там Клемец. Владимир Путин, да? Пусть зарплата прибавит и все. Поздравляю вас с успехом. Ой, с успехом говорю. Прошу прощения. Ну и успехов.